Доброе время суток. Я Белкина Надежда Андреевна, город Челябинск. Попала в салон красоты, как мне показалось, совершенно случайно. Но сейчас я понимаю, что ничего случайного в этом мире нет. Я только что прошла тренинг «Женщина с планеты любви». И в конце тренинга мы все, и участники этого тренинга, почувствовали себя женщинами-богинями. И действительно есть такое ощущение, что я принцесса, королева, красавица, хотя мне 62 года, и я онкопациент, и стаж моего онкозаболевания 8 лет, и у меня третий рецидив, и тем не менее вот есть такое ощущение, что я женщина, настоящая женщина. И, видимо, так устроены законы Вселенной, что когда ты чувствуешь внутри, что ты женщина-богиня, какие-то приводятся силы в действие, что ты начинаешь приводить внутреннее состояние богини на внешнее состояние, начинаешь это переносить. И вдруг вчера совершенно неожиданно мне звонок, что подарочный сертификат от моей подруги, посещение этого салона. И я восприняла это как нечто такое естественное. Правда, я не знала совершенно, что с этим будет происходить. Я только знала, что будет что-то приятное, что-то связанное с лицом, с внешним видом. Но вы знаете, то, что произошло здесь, это превзошло все мои ожидания. Это было невероятно. Это из области волшебства, из области чуда какого-то. Во-первых, сам салон. Я как только пришла, я окунулась вот в эту ауру красоты. Персонал молодой, красивый, ухоженный. Знаете, глядя на этот персонал, как-то даже уже внутренне захотелось, знаете, как-то соответствовать. И тогда, когда я была приглашена на процедуру, очень внимательная, очень заботливая девушка, которая не только заботилась о том, чтобы процедуру произвести на самом высоком уровне, но она заботилась о моем внутреннем состоянии, о моем комфорте. Был разговор о жизни. Но и были ощущения, конечно, прекрасные от этой процедуры. От этих рук совершенно замечательных, высокопрофессиональных. Пальчики порхали, как бабочки. И это было здорово, это было так приятно. И, конечно, я ощущала, вначале было нанесено все на правую часть моего лица, я сразу начала ощущать разницу. Разницу и по прикосновениям рук, и по ощущениям. Разницу от того, что было тепло, от того, что было очень приятно, состояние такой чистоты, радости. И, но потом, когда уже вторая часть лица была оформлена, вы знаете, вот мне это, я поняла, мне вот этого очень не хватало. И, видимо, пришла пора заняться собой, чтобы действительно почувствовать себя настоящей женщиной, чтобы ощущать радость от этого состояния, чтобы радовать своим внешним видом других людей. И я вот сейчас, после этой процедуры, у меня такое состояние, знаете, легкости, радости, такой одухотворенности. И, конечно, я буду рекомендовать своим подругам. Вот сейчас просто сразу же взлет, я записала еще 5 рекомендаций моим очень хорошим знакомым, моим подругам, для того, чтобы и они могли быть такими же счастливыми, как я сегодня здесь. Спасибо.